Более 230 спортсменов в возрасте от 6 до 60 лет собрались на первенстве городского округа Щелково по восточному боевому искусству ситарю. В турнире приняли участие спортсмены из 18 различных спортивных организаций и таких городов, как Коломна, Ногинск, Павловский Посад, Москва, Балашиха, Щелково, Железнодорожный, Люберцы и Владимир. Данный старт является этапом подготовки к предстоящему первенству России по карате, потому что первенство России считается главным стартом сезона. Он пройдет буквально через две недели, 21-22 марта. Здесь наши спортсмены для участия, для в том числе и отработки навыков. На первом этапе совсем юные и уже взрослые спортсмены показывали ката. Это последовательность движений, связанных принципами ведения поединка с воображаемым противником. А на втором этапе проходили бои. И как в любом бою, у каждого участника были свои излюбленные приемы. А вот любимый прием у тебя есть какие? Есть, это гьяку и двойка. Гьяку – это когда мы садимся и бьем рукой дальний. А двойка – это просто обычная двойка, типа раз-два. Некоторые спортсмены, несмотря на свой юный возраст, имеют уже множество наград. У меня есть две серебряные медали, и сейчас я жду еще одну категорию по кумите. А серебряные медали за что? За категорию кота. Кто-то решил заниматься данным видом спорта всей семьей. Причем привели в карате не родители детей, как это обычно бывает, а наоборот. Это я, смотря на своего старшего сына, пошел в карате. Вначале он пошел с 5 лет, потом через год пошел я. Вот. За 6 лет достиг уровень первого дана. Каратисты, показавшие самые высокие результаты в своей возрастной категории, в конце марта отправятся уже на первенство России. Мария Буржинская, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.